Бывает, что достаточно всего одной неосторожно брошенной фразы, чтобы потерять родного человека. 3 года назад Марина поругалась с сыном. И все это время она мечтает с ним помириться. Я сказала, уходи. И он начал вещи собирать, и я даже не думала, что он уйдет. У меня такой домашний, в общем-то, мальчик. 3 года. Я не могу его найти. А также продолжение невероятной истории мужчины, который ищет спасителей своей дочери. Заболел ребенок мой. 1,5 месяца. 1,5 месяца? 42 температура. Наши врачи 3 часа что-то делали. Потом сказали, нет, ну умер. Забирай тело. Приехали из Москвы врачи. И еще раз поднялся, кричал. За 1,5 минуты они сделали. Через день уже на создание приехала она. Жди меня в пятницу в 17:55 на НТВ.